Доброе утро, друзья. Итак, у нас четверг, время по московскому без 27. Отправляем наших клиентов в Новосибирск. Ты его туда положишь, в ящик? Минимальный набор, да? Если в месяц полностью. Что влезет? Купили фильтра. Все как положено, только без музыки, да? Да, это не главное. Это не главное. Коль сказал, будет петь. Стопудово. Сиденье? О, подушка заработала. Инструменты, ребят, купили. Они нужны всем. Всегда. Ну что, друзья, вот как-то так. Погодка у нас сегодня такая. Солнце-то весеннее, а холодок. Сколько, минус 5, минус 7. Ранним утром особо ничего и не разговаривается, друзья. Не проснулись, видимо. Поэтому вот так. Всем хорошего дня. Всем пока. Ну что, завели красавца? Будет тихонечко выезжать. Будет тихонечко выезжать. Сейчас что у нас есть по наличию? Есть такой же. Тоже 13-го года, только движок не капиталялся. И цена чуть дешевле. Если данные 2350, то тот 2200. Там пробег 56, движок не капиталялся, ходовая капиталялась. И все, друзья, больше таких вариантов нету. Есть только под заказ. 11-й год. Примерно 2 миллиона будет. Ремфонд уже есть. То есть из чего для вас готовить машину. И, естественно, машинки 6520 16 года. Есть сейчас два готовых и еще три, еще которые только приедут. Это можно делать Евро 4, Евро 2. Вот так. Толь, ну скажи на пустующие слова, как она, что она? Доехать, главное сейчас задумано нам доехать хорошо, без происшествия. Да точно. Так. Время еще не прошло. Согласен. Ты мне видео сделаешь? Да? Через месяца 3-6. Не забудешь про меня? Да нет, конечно. Ладно, спасибо. Главное, вы про меня сказали. Ну что? Какие напутствующие слова будут? Это ты напутствовал. Ну, для... Это еще твое. Да. Ну как, какие... Согласен. Да. А что для подписчиков какие-то, может быть? Ребят, ну заказывайте машину. Заказываем КамАЗы, зарабатываем, да? Да, зарабатываем. У тебя сколько КамАЗов? У меня один. Один? И у тебя МАН еще есть? Ну, МАН не мой. Ну да. Ну все. Ну все, ладно, хорошие дороги. Спасибо. Все, завели ПЖДшку, проверили, вчера же не проверяли. А, проверяли, да? Ага. Вот так.
Ох, какой вид!